Барамзина Татьяна Николаевна, сельская учительница, которая в 1944 году ушла на фронт снайпером. В июне батальон Татьяны Барамзиной отправили в тыл противника. За линией фронта наши солдаты столкнулись с колонной отступающих немцев и вступили в неравный бой. В том бою Татьяна убила 20 гитлеровцев, после этого командир приказал помочь раненым, лежащим в блиндаже. Вскоре в укрепление ворвались немцы. Девушка отстреливалась, пока не кончились патроны, а потом попала в плен. Татьяну пытали, а затем в упор расстреляли из противотанкового ружья. Произошло это 5 июля 1944 года. Через два дня боевые товарищи похоронили Таню в деревне Волма под Минском. За отвагу и геройство, проявленные в боях с немецкими захватчиками, указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года ефрейтору Барамзиной Татьяне Николаевне было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно.